снова пошел не в ту сторону. Автобус на аэропорт. Тегель идет с площади Александерплац. DXL. Должно быть обозначение. Я на этом же автобусе ехал к отелю. Даже я уезжаю, уже весна пришла, а приехал, был дождь, даже этот немножко град шел. Сейчас прям погода разгулялась. Мой отель. Сейчас в отеле, кстати, возник вопрос, надо же, у меня списали деньги со счета за оплату проживания в отеле. И сейчас выписывался, и мне говорят, что нужно, мол, заплатить эти же деньги. Я им показываю на смс уведомление, что деньги были списаны. У них, в общем, прошла заминка, потом говорят, мол, все окей, все нормально. То есть, если будете здесь, знаете, что может быть вот такая вот причуда в этом отеле. То есть могут задать вопрос со снятием денег. Так, иду по велосипедной дорожке. И никак не могу к этим дорожкам привыкнуть. Здесь специальный полос вот для велосипедистов. Вот перекресток. Итак, он впереди. Если видите, за мужчиной это желтый автобус, стоит гармошка. Это как раз тот самый автобус, который идет до аэропорта Тегель. Там обозначение TXL. Ну, бежать не буду. Если что, подожду, у меня времени много еще. Итак, вот он, автобус. Успею, не успею подойти. Может, уедет. Вот он. Вот он, наш автобус. Вот остановка. Вокзал. Я не знаю, что здесь, электрички или что здесь местно останавливаются. И вот с этой остановки идет автобус на аэропорт. Ну вот, сел в автобус. Еду в сторону аэропорта. Стоимость билета 2,80. Зарядка на USB. Время в пути до аэропорта где-то примерно 30-40 минут. Thank you.
Это центр Берлина. А это университет Гумбольдта. Вот такое здание интересное. Рейхстаг. Мы там были. Campus Mitte.
long term, and not for, you know, a couple of years, but like I say, kind of professional marriage. And I appreciate that. And I think we should talk about this further, because exactly what you said, you have exactly the right reason. I also had this question, of course. But having worked for more than 2 years in this company, I can say that, you know, this will happen at some moment of the future. But it would be the best for all of us, including Roberto, to consider, let's not become part of a problem, but let's remain part of the solution. And the thing is with that, what we do is so specific in terms of technical know-how, the product, the application, the context to clients, that I foresee it very unlikely, never again, I cannot rule it out, very unlikely that a potential new, let's say, owner of this company. Maybe, I don't know, I cannot see or guarantee if he's available, but yeah, maybe he has a chance to shake hands. He's still in the business and he's very engaged. So yeah, it's possible. I think we can maybe organize that if he's in the office, but you know, I have no guarantee. I don't always need that with him, of course, but yes, that would be nice. Yeah. Exactly. Yes. Yeah. Yes. Thank you.
Вон он, аэропорт Тегель. Вон там. Вон, видны самолеты. Все, приехали. Заезжаем на территорию аэропорта Тегель. Вот оно здание. Берлин, Тегель. Ну все. Я точно пока не знаю, но, по-моему, мне нужно в терминал C. Сейчас постепенно ищу. Вот. Я точно знаю, что когда прилетал в Берлин, шел именно здесь. И, видимо, улетать тоже буду отсюда. Ну, посмотрим. Времени у меня много еще. Примерно 4 часа. Вот. ABD. Пойду-ка я пешком. На лифте не поеду. Что-то не усилится. Спустился вниз по лестнице, по коридору. Пока стою в аэропорту, смотрите, что насмотрел. Видите, терминал C. Заходим, и что мы видим? По-русски, место для посадки в такси. Сейчас люди пройдут.